Русское общество на минувшей неделе отметило свой 20-й день рождения. Отпраздновать солидный юбилей члены объединения решили масштабно и ярко, собрав в честь такой даты своих настоящих и преданных друзей. Особая теплая атмосфера царила на протяжении всего торжества. Нам уже 20, то есть мы уже ветераны. Значит, ну я был одним из основателей, учредителей русского общества. Это было в городе Бресте 15 сентября 1994 года. Собрались представители не только Брестской, а из многих, не из всех областей, из многих областей Белоруссии. И мы создали сразу Республиканское общественное объединение «Русское общество». Сегодняшнее мероприятие для членов русского общества очень знаменательно. Ведь сегодня мы отмечаем 20-летие русского общества, которое возникло вот еще в 90-е годы, и все это сложное время существовало и проделало, в общем-то, большой труд по сохранению русской культуры. История становления и развития русского общества началась еще в 1994 году. И сегодня объединение представляет собой большой круг единомышленников, который и проводит огромную работу по сохранению и продвижению русского языка, классической и современной литературы, традиций и культуры. В этот значимый день все, кто участвует в деятельности русского общества, пришли на долгожданную праздничную встречу, которая, безусловно, запомнится каждому. Мы проделали путь от начинающих, и вот, казалось бы, выросли. Я уже вырос до князя Шаховского. Мои коллеги тоже росли на глазах. И мы сегодня можем представить и предложить себя публике то, что мы взяли от эпохи, от Руси, и не зря русское общество называется русским обществом, от Руси, начиная с 17-го, 18-го, 19-го, и вот теперь мы уже подходим к 20-му и к 21-му веку. Основная цель работы русского общества заключается в поддержке русского языка, сохранении и развитии русской культуры и традиций, укреплении общественных связей между Белоруссией и Россией. На протяжении многих лет эти задачи успешно выполняются, ставятся новые. И нет сомнения, что еще не один десяток лет члены объединения будут плодотворно работать. Опыт, который мы получаем в ассоциации, в русском обществе, общаясь друг с другом, он помогает педагогам, значит, помогает нашим детям. Это очень важно. А сейчас это праздник, и на этот праздник придут, мы надеемся, огромное количество друзей русского общества, любителей русской культуры, славянской культуры. И с белорусской она неразрывно связана. София Бережная, Виктор Халявко, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».